Здарова, бандиты! Сегодня я вам покажу дом, который я построил в образе паука. Устраивайтесь поудобнее. Подпишись на канал, ставь лайк, и напиши в комментарии, насколько тебе понравилась моя идея. И да, пока не забыл. Я буду разыгрывать Battle Pass, если мы наберем 1000 подписчиков. Поэтому делись нашим каналом с друзьями, которым тоже будут интересны наши выпуски. Ну а мы, погнали. Виде паука. Ну, собственно, что у меня получилось. Вот. Если подумать хорошенько, можно еще лучше его сделать. Я сделал его в два этажа, то есть ноги я в два этажа сделал. Если в один этаж сделать, то я думаю, что это намного лучше будет выглядеть, чем в два этажа. Ну, кому как нравится. Так, итак, давайте посмотрим, сколько железа понадобится, если обтянуть его в железо. Так. Сначала камень, железо проверим. Так, на улучшение, если улучшить его в камень, то 100 тысяч камня нам понадобится. Давайте обтянем в камень. Ну да, не очень выгодная хата, но его можно построить, например, кланом. Тимой можно. Ну, на общественные сервера пойдет. Так, если в МОК его еще, да, где-то 10 тысяч, ну, где-то 10,5 понадобится МОК. Ну, короче, вот так вот. Вот, собственно, и все. С вами был Горз. Всем пока. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. Всем пока. И просьба особо строго не судить за качество звука. Следующее видео постараюсь, чтобы звук был намного лучше, чем сейчас. С вами был Борз. До новых выпусков. Всем пока.